Бір, екі, үш! Вот так по-спортивному начался студенческий фестиваль, приуроченный к Международному дню студентов. Больше 300 молодых людей из 30 колледжей и университетов области сегодня принимают участие в различных спортивных соревнованиях. Первое – это перетягивание каната. После 4 раундов и нелегкой борьбы выявились победители – учащиеся колледжа Мардана Сапарбаева. За первое место парни получат новенький телефон. Мы рады, что выиграли такое нелегкое соревнование. Соперники, конечно, были сильные, но мы оказались сильнее. Наша стратегия была держаться вместе и делать все слаженно, поэтому и победили. В небольшом спортзале в спортивных баталиях сошлись учащиеся МГТУ и студенты КПДН. Они сегодня играют в волейбол. Активная командная игра требует немалых сил. Поддерживают заряд энергии болельщики и маячащий на горизонте приз. За первое место команда получит 50 тысяч тенге. Второе и третье место будут награждены 40 и 30 тысячами соответственно. И как же без футбола? Правда, мини. Между студентами в этом виде спорта развернулась настоящая борьба. Забить побольше голов в ворота соперников и стать лучшими хотят все команды. 50 тысяч – такую сумму получат победители. Соревнуется молодежь не только в спорте, но и в искусстве. В галерее Юкагуи имени Озова сегодня собрались лучшие студенты художественных специальностей. 22 участника рисуют картины, посвященные 25-летию Казахстана. Технику каждый выбрал сам. Одни рисуют карандашами, другим по душе акварель. Закончить свои произведения студенты должны в течение часа. Я занимаюсь уже живописью со времен школы, но мне как-то немножко получалось и думала, дальше теперь надо как-нибудь развивать ее и знать основные техники, и решила поступить сюда. Тему мне я сама лично не выбирала, она мне попалась, это традиции нашего казахского народа, и я попытаюсь как-нибудь передать это через свой рисунок. Я надеюсь, что я займу первое место и получу какой-нибудь приз. Тот, чью работу жюри назовет лучшей, получит в подарок телевизор. Обладателя второго места наградят ноутбуком, третьего – новеньким планшетом. Цель масштабного студенческого фестиваля – продемонстрировать таланты молодежи Южного Казахстана. У нас две даты, к которым мы приурочили студенческий фестиваль. Это Международный день студентов 17 ноября и 25-летие независимости нашей страны. Сегодня соревнуется между собой большое количество студентов. Мы хотим выяснить, насколько наша молодежь активна и талантливая, причем в самых различных сферах деятельности. Студенческий фестиваль еще по двум направлениям будет проходить в течение нескольких дней.